Происшествия на льду Байкала заметно участились. Минувшим вечером спасатели вытянули с замерзшего озера грузовик. Из-за непогоды водитель не смог найти дорогу на берег и был вынужден обратиться за помощью. Также в ночное время сотрудники МЧС выезжали на поиски туристических групп в районе Листвянки и Большого Голоусного. Они также заблудились из-за плохих погодных условий. Спасатели призывают воздержаться от выхода на лед вне специальных переправ. При получении неблагоприятного прогноза движение на них приостанавливается.